16-летний Рифат Киямов привык быть первым. Он занимается тхэквондо 9 лет и за эти годы становился чемпионом России, а в этом году и чемпионом мира. А сегодня вступает в ряды первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Центре эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. В качестве спортивного волонтера Рифат помогает младшим спортсменам готовиться к боям и уже 2 года выступает судьей. Трудолюбивость, дисциплина. Слабые люди там не выдерживают. И характер самое главное. Самое главное – это преодолеть лень и мандраж перед соревнованиями. Сегодня в ряды активистов российского движения детей и молодежи «Движение первых» вступили 18 воспитанников Центра эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. Для нас это очень почетно, важно, значимо. Я рада, что наш центр один из первых открывает именно «Движение первых» на базе Центра дополнительного образования. Мы рады, что дети с удовольствием откликнулись и готовы и хотят вступить в это движение. На базе центра сформирован отряд в искусстве «Наши силы», в который входит более 1000 человек. Они проводят благотворительные концерты, а сейчас участвуют в акции «Ушастый талисман». Рисуют и создают аппликации, изображающие Чебурашку. На следующей неделе детские работы вместе с гуманитарной помощью отправят в зону СВО, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, «События».